Многотысячные шествия 1 мая сотрясли стены Акарды. Оглушительные лозунги звучали по всей стране. Полиция ничего не могла сделать, потому что помощь народа была слишком велика. Единственный способ борьбы с народным восстанием – разобщение. Глашатаи власти бросились выкрикивать мнение, что эти акции стихийные и не имеют общей цели. Каждый вышел на площадь ради себя и своей страны. Но ДВК – это общая идея, которая организовывает свободных людей вокруг общей цели. Кто-то говорит, что эти митинги вчерашние организовал не ДВК. Я хочу вам дать в руки простые аргументы. А кто тогда их организовал? Люди сами догадались в 13 часов дня, например, прийти в парк Горького. Люди сами догадались прийти, принести микрофоны. Люди сами догадались там на месте нарисовать плакаты. Люди сами догадались там озвучивать наши требования и лозунги, которые были заранее за месяц распространены. Вы в это верите? Конечно же, нет. Дата, время, наши требования были заранее озвучены. За 2 года деятельности ДВК была проделана огромная работа по организации протестных движений, требований и поддержки активистов. 2 года интенсивной работы. Поэтому, чтобы перестроить сознание наших сторонников потенциальных, на это требуется время, ресурсы человеческие. Очень большие усилия нужны. И эти усилия были сделаны за эти 2 года. Люди собирались в определенных местах с микрофонами, плакатами и давно наболевшими требованиями. Проделана колоссальная организационная работа. Эти все места организовали и озвучили мы, лозунги озвучили мы, и именно мы, политическое движение «Демократический выбор Казахстана», являемся организатором этих митингов. Только в этом году ДВК организовала ряд масштабных политических акций. 27 февраля, в день съезда Нур-Отан, ДВК поддержала требования протестующих матерей. Активисты призвали людей распространять памперсы с изображением Назарбаева. Мы утверждаем, что политики, как памперсы, и их нужно регулярно менять. В сетях появились посты, что 27 февраля запрещенное в стране движение ДВК проводит акцию. Президентов и памперсы надо менять регулярно. Место как раз было указано у Дворца независимости, где проходил съезд партии и где гуляли астанчане. Празднование Наурыза в этом году стало настоящей политической весной. Первый митинг после отставки Назарбаева обогатился новыми лицами среди активистов. Но агенты тоже подготовились и подослали новый вид провокаторов. Особенно на этот раз досталось журналистам. Вы меня ограбили! Я хочу за вас написать заявление. Пиши, вот, мент, вот, пиши. Традиционная акция ДВК прошла в день распространения информации о проблеме аутизма. Ее официальным символом есть синий воздушный шар. Вместе со сторонниками мы в одно время зажгли небо синим цветом. Алла, Казахстан! Алла, Казахстан! Алла, Казахстан! Алла, Казахстан! У нас есть выбор! У нас есть выбор! У нас есть выбор! Свобода, полиция! Алла, Казахстан! Алла, Казахстан! Май традиционно для нас самый яркий на протесты месяц. И в этом году он начался с самого масштабного шествия противников режима в истории движения. На этот раз тысячи протестующих невозможно было остановить никакими силами. Несмотря на массовую поддержку, ДВК по-прежнему запрещенная судом организация. Лидеры советуют всем сторонникам не афишировать на митингах о своей поддержке движения. Главное – это единство народа в протесте, а признание может послужить причиной к задержанию. Единственная политическая сила, которая выводит людей на улицы, это демократический выбор Казахстана. Я сейчас понимаю сложности этой молодежи, я понимаю, что их всех преследовать могут, потому что ДВК запрещенная организация, и каждый в стране старается отмежеваться от участия в ДВК. Я имею в виду публичных лиц. Но самые пылкие сторонники движения не хотят молчать перед страхом быть задержанными. Мы сейчас тебе все объясним, чтобы все было по закону. Мен ДВК қолдайым. Чтобы жан ретінде все было. Сейчас ты зайдешь, с тобой шеф наш пастырь. Мы тебе
тебя не по уголовному делу привлекаем, а просто попросить. Ну, беседу как не просили. Толзыш май жайлы. Хорошо, Даня? Толзыш май. Бернси май. Тюрьма ей тьма. Бернде шықамы. Бернде шығамы. Ики мен Назарбаев қолдамайым. Даже многодетная мать в последнем слове перед вынесением приговора не стала молчать о поддержке ДВК. Когда даже при допросе мне спросили, вы поддерживаете программу ДВК? Да, мне нравится, черт возьми, мне нравится программа ДВК так же, как духи Шанель. Последние два года демократический выбор Казахстана готовит протестные силы для смены режима и радикальных перемен в стране. Влияние движения так сильно, что стало запрещенным словом в публичных местах. Механизм уже запущен и необратим. Фигура Назарбаева блекнет среди помощников, диктатура слабеет, народ открыл глаза на жестокий план режима. Больше нет времени выбирать сторону. Казахстану нужны герои. Их тысячи среди нас, готовых и способных менять жизнь. Спасибо, что смотрите наш YouTube-канал 1612 и не верите сказкам Хабара. Жмите на колокольчик, чтобы первыми узнавать о новых видео. Подписывайтесь на каналы 1612 в Instagram и Telegram.